Русская православная церковь отметила День новомучеников. Во всех храмах прошли служения, в том числе и в Богоявленском храме Химок. История Дня новомучеников напрямую связана с событиями начала и середины 20 века, временем, когда из-за коммунистических устоев люди платили за свою веру жизнью. Только в начале этого века РПЦ признала новомучениками более 1500 человек, 7 из них были химчанами. Для нас это торжество. День мученичества – это победа мучеников. И святые – это ведь друзья Божии. И они получают перед Богом такое дерзновение, что могут выпрашивать нам благодатную помощь в нашей жизни, в наших трудах. После торжественного богослужения в храме также прошло вручение наград от РПЦ. В списках награжденных с десяток фамилий прихожан. Среди них Александр Смирнов. Особенно приятно, что к нам приехал владыка Петр и сегодня наградил заслуженных людей нашего города за их вклад в церковное развитие нашего города, за их, как я считаю, достойную службу нашему городу. Поэтому настроение сегодня просто замечательное. После службы в храме церковнослужители и прихожане направились к прихрамовой аллее. Здесь прошла процедура освящения памятного камня.